Перекресток улицы Гоголя и Московского проспекта – один из самых популярных в Ярославле по числу дорожных происшествий. Так было и в эти выходные. Там столкнулись «Инфинити» и «Шевроле». Момент аварии попал в объектив камеры компании «Ярнет». Водитель на сером «Инфинити» решил повернуть налево, но не успел. Сильный удар в бок, и машину разворачивает на 180 градусов. Белый «Шевроле» проехал несколько метров и стал отъезжать обратно, пока машину не остановили люди. Из радиатора повалился дым. На место тут же приехали спасатели. Водитель автомобиля «Инфинити», отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, при повороте налево произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Шевроле Круз». В результате дорожно-транспортного происшествия травму получил водитель автомобиля «Шевроле Круз». А это кадры с еще одного перекрестка, где нередко случаются аварии. На пересечении улицы Победы и Свободы «Опель» влетел в «Ладу» в тот момент, когда там уже не работали светофоры. Водитель отечественной легковушки без чьей-то помощи вышел из машины. В этой аварии мужчина получил небольшие травмы. Его коллеге из «Опеля» повезло больше. Еще одна авария в Тунашне. В «Хюндай Солярис» врезался микроавтобус. Машины остановились у бывшего поста ГИБДД. Предполагаемый виновник этого столкновения – водитель микроавтобуса, который выехал навстречу. Однако все выводы в компетенции дорожных полицейских. Дмитрий Жданюк. День в событиях.